Друзья, всем привет! Если у вас где-то завалялись вот такие вот обломанные кончики спиннинговых удилищ, не спешите их выбрасывать. С них очень легко сделать вот такую вот зимнюю удочку-блеснилку. Вот эти вот я нашел летом на рыбалке. То есть у кого-то они сломались, кто-то их бросил на берегу. Я подобрал, как бы уже зная, что я из них буду делать. А получится у меня вот такие вот удочки, которые подходят как для зимней рыбалки, для ловли хищников, окуня, там, судака, щуки, так и для летней рыбалки, для ловли в отвес с лодки. Итак, для изготовления удочки мне понадобится кончик удилища, 3 винных пробки, суперклей, наждачная бумага, какая-нибудь катушка. Цена вот такой вот, где-то около 30 рублей. Также потребуется вот такой вот надфилечек и канцелярский нож. Поскольку рыбачить буду в отвес, не обязательно, чтобы на носике удилища был вот такой тюльпанчик, подойдет даже вот второе кольцо. Но здесь вот надо будет сейчас сам бланк укоротить. Берем надфилечек и аккуратненько делаем запильчик по всему кругу. Хлыстик карбоновый. То есть запильчик нужен, чтобы не повредить волокна. То же самое нужно сделать и с другой стороны, заранее прикинув расстояние, на котором у нас будет крепиться рукоятка. Итак, лишние части удалил. Получается вот такая вот уже практически готовая удочка. Теперь остается нам к ней прикрепить только ручку. Для этого берем канцелярский нож и от длинных пробок отрезаем вот этот вот скругленный краешек, чтобы они плотненько прилегали друг к другу. Вот что-то такое должно получиться. Примерно все ровненько. Дальше, примерно по центру, во всех трех пробках нам надо сделать отверстие чуть-чуть поменьше, чем толщина вот этого вот хлыстика. Пробка очень мягкая, так что можно это сделать прям вручную, либо шилом, либо дрелью, либо шуруповертом. Подбираем сверлышко приблизительно чуть меньшего диаметра, чем само удилище. Аккуратненько, чтобы приблизительно было по центру, делаем отверстие. Вот что у меня получилось. Чуть-чуть, если сместилось, ничего страшного. Дальше пробочки еще будут обрабатываться. Вставляем и протягиваем до самого первого кольца. Прошу прощения, суперклей у меня маленько лопнул сбоку. Поэтому вот так вот кривенько я мажу. В общем, заливаем все это дело суперклеем и сдвигаем сюда пробочку. Так поступаем со всеми тремя. Промазали. Теперь сюда вот так вот аккуратненько, покручивая, ставим верхнюю пробочку. Также не забываем проклеивать обязательно торцы, если где-то что-то вылезло. Убираем канцелярским ножом и точно так же клеем, проклеиваем торец. Дальше опять часть удилища и одеваем следующую пробочку. Сейчас все доделаю и перейдем к следующему этапу. После того, как все три пробки одеты и клей схватился, в принципе, удочка уже готова. Остается отрезать вот этот лишний хлыстик и немного выровнять при помощи наждачной бумаги саму поверхность. То есть сделать ее более ровной. Берем надфилечек и острым уголком пиливаем лишнюю вот эту вот часть. Если кому-то такая ручка маловатая, можно еще одеть четвертую пробку. Аккуратненько вот так вот по контуру ведем, пока вот этот кусочек не отломится. Вот и все. Теперь берем наждачную бумагу и убираем вот этот вот рисунок, выравниваем ручку. Как вы видите, немного манипуляции, у меня в руках получилась уже отличная зимняя блеснилка. Удочка получилась очень легкая, практически не чувствуется в руке, что еще один большой плюс вот таких вот изготовления пробковых ручек, вот на такие вот карбоновые хлыстики. Теперь остается зафиксировать сюда катушечку. В принципе, можно было сделать 4 пробки и катушку вот сюда вот поставить подальше. Мне с тремя удобнее вот так вот рыбачить. Катушку крепить буду при помощи обычной черной изоленты. Сделал один оборотик, теперь нужно выровнять это все дело по кольцам и можно затягивать. Вот и все, друзья. Каких-то 10 минут работы, у меня готовая зимняя блеснилка. Все делается очень просто и быстро. И получилась у меня удилка не хуже заводских, которые стоят по 500-600 рублей. А у меня она вышла в халяву. Катушка у меня была, хлыстик я нашел. Ну, пробки от вина, я думаю, достать не проблема. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, что это видео для вас было полезным. Всем пока и до новых встреч.